Спасибо. Интересная игра. Не совсем все так просто получилось, как по счету, конечно, кажется. Но начали маленько неуверенно, чуть не получили гол в свои ворота. Но потом взяли все в свои руки, игру под контроль. И забили свои моменты, довели уверенную игру до победы. Все по делу. Скажи пару слов о болельщике, который в это непростое время приходит к нам на футбол, несмотря на все ограничения. Ну, болельщикам, конечно же, большое спасибо. Они большие молодцы, что приходят. Они соскучились по футболу. Большой перерыв был. Все заждались. Игры родной команды, побед особенно. Так что всем большое спасибо. Пусть дальше приходят, болеют за нас. Мы будем радовать, стараться. Впереди знамя. Как-то по-особенному готовитесь к этой команде? Ну, пока сейчас порадуемся этой победе. Тренерский штаб скажет, дальше подведет нас. Так что будет игра рядовая наша. Будем стараться, опять же, ее победить, чтобы еще больше уверенности получить в своих силах и дальше в том же духе продолжать. Спасибо. Спасибо.